Всем привет, дорогие друзья! Сегодня к нам попал на обзор, то есть на распаковочку, телефон Nokia N96. Старичок. Но хороший старичок. Вот с такой вот синей оригинальной коробки он пришел. Информация по телефону. Вместе его положено, мы его пинем. Так, сам телефон у нас здесь. Зарядочка, наушнички тут обычные, 3,5 мм, с кнопочкой, тут USB кабелек и такая вот штучка у нас, не знаю, куда посыпать, диск, ну, собственно, все. Комплектация стандартная. Ничего нового. Ни больше и не меньше. Посмотрим на сам телефончик. Вот такой вот наушник. Пленочки все. И тут пленочки, то здесь, везде пленочки. microSD. С камерой, сдвоенная светодиодная вспышка, тут разъем microSD и тонкую зарядку есть. Здесь кнопка для камеры. Подсветка громкости. Вот динамики подсветочки, конечно. Прикольно они тут сделаны. Внутри. Батареечка будет такие вот кнопки. Так, и вот у нас внутренняя часть. Все новенькое, все блестит, нигде ничего не царапано, пломбы стоят. Так, а вот это что за штучка, не знаю. Что это за штучка такая? Может, что-то для антенны. Она нажимается, я не знаю. Задние крышки тоже есть. Какая-то штучка или нет. Ну, в общем, ладно. Не столь важно. Правильно закрыть еще. И крышка закрывается легко. И открывается тоже легко. Тут у нас аудиоплеер есть. Посмотрим, что там у нас такое внутри. Внутри тоже, конечно, всем все известно, всем все понятно, что там. Ну, все же включу, мало ли, вдруг кто-то не знает. Посмотрим, что там есть. Так, русский стоит уже. Угу, это хорошо. Это нас очень радует. Сейчас он пока загрузится. Конечно. Не современный смартфон, не такой быстрый. Но... здесь, кстати, камера хорошая. Да и звук, в принципе. И микрофоны, и динамики классные. Что хорошо в старых телефонах, так это динамики полифонические, микрофоны и динамики на разговоры, все остальное очень хорошего качества, в отличие от современных телефонов. Не знаю, почему так. Вот
потому что просто Nokia не жалела на всех этих мелочах, хотя это и не мелочи как бы. Миска такая стандартная. Nokia сканеры запустим. В таком состоянии не запускается. Вот. Нажать. Долетим на анимацию. И включилась наша камера. И камера работает. Как бы фокусируется. Спичечка тоже работает. Хороший старичок, задняя панелька металлическая, по входу, да, металлическая, в общем, все, ребята, обзор закончен, всем спасибо, пока, ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вам помогло.